детский дом. Но сегодня спала и спешим на поезд. Мы очень спешим на поезд, так что мы не будем задерживаться. Мы улетаем. Камильчик, опоздали. Как всегда. Как всегда. Что теперь будем делать? Давай лучше купим мороженое. Мороженое? Пойдем покупать мороженое, раз опоздали. Ну, мы, Камильчик, с тобой молодцы. Взяли еще и на поезд опоздали. Да, опоздали, но зато мороженое вкусное. Да, мороженое здесь вкусное. И Дедя, пошли за мной, пап. Ты куда? Эй, подожди меня! Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте! Вы можете нас отвезти в лего-магазин? Лего-магазин, самый большой! Садитесь, в детский мир поедем! Лего-магазин. Поехали! Поехали! Черепаха. Иду, иду уже. Мы сегодня целый день бегаем. Я уже устал. Пришли? Да. Ну что, пойдем? Да. Пошли. О, сколько здесь лего. Здравствуйте. Привет. Скажите мне, где лего-поезд? А тебе вот туда вот. Пап, пошли за мной. Слушай, и правда, тот самый поезд, на который мы сегодня опоздали. Смотри, один в один. Но правда, на пульте управления. Слушай, у меня идея. Давай мы его сегодня купим и соберем дома. Класс! Ну что, только берем? Берем! Кассо, побежали, бери. Справишься? Да. Побежали. Самый быстрый? Я самый быстрый. Кто почтальон? Я почтальон. У кого самый крутой велик? У Рокки самый крутой велик. Ля-л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 я. Я уже устала ждать этот поезд. Я уже здесь 3 часа стою на этом перроне. Мне холодно. Я голодная. Я уже устала здесь стоять. Сколько можно поезд это ждать? Эй. Кажется, у Рокки спустилось колесо. Сейчас я посмотрю. Так. Нет, не это колесо. Так, ага, заднее колесо спустилось. Сейчас буду я его ремонтировать. Как хорошо, что я взял с собой необходимые инструменты. Совсем немножечко. Сейчас я подкручу, и все будет готово. Поезд! Мамочки, меня чуть не сбил поезд!
Гражданин, вы нарушаете правила безопасности на железной дороге. Простите меня, пожалуйста, дяденька-машинист. Я обычный почтальон, который спешил на почту. Но у меня вдруг в ненужный момент спустило колесо, и я решил его починить. Я больше так не буду. Будьте осторожны в следующий раз. Хорошо, спасибо вам большое. Я поехал. Странный какой-то. Внимание, внимание, по первому пути поезд. Будьте осторожны. Ой, ну наконец-то этот поезд уже приехал. Я уже тут всех колела. Убью этого машиниста. Наконец-то поезд приехал. Пап, кажется, сейчас будет скандал. По ходу дела, да. Мадам, здравствуйте. Ваш билетик? Мой билетик? Вот вам мой билетик. Ой, что вы себе позволяете, женщина? Что я себе позволяю? Да вот, что я себе позволяю. За что, женщина? Где вы ходите 3 часа? Я уже вся замерзла тут. Ладно, садитесь в поезд, разберемся по дороге. Так, дамочка, у вас 1 класс. Присаживайтесь. Мадемуазель забыла свой чемоданчик. Бежите, мадемуазель. Спасибо! Внимание, внимание, с 1-го пути отправляйте поезд. Будьте осторожны. Лежи. Вау! Круто! Круто! Ну что-то он быстро скаканул. Сейчас у нас будет авария. Экстренная авария! Быстро тормози! Торможение! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А если у тебя есть любимый набор Лего, обязательно напиши нам в комментариях, и мы постараемся его собрать. Пока-пока! Запускай, сразу газуй с места. Вот! Классно! Класс!